кататься на лыжах. Поставить на лыжи. Да, пап, скажи. Всем доброе утро! Мы уже переночевали одну ночь, и сегодня 31 декабря, и наш первый день в Карпатах. Мы сегодня будем праздновать Новый год тут. И, возможно, поедем в Буковель посмотреть, как там всякое такое. Смотрите, какое у нас окно над нашей кроватью. Просто кайф. Такой вид красивый. Вот такое утро. Солнышко. Мы пришли на завтрак. И я себе заказала блинчики с жиром. Я себе заказала английский завтрак. Мы уже позавтракали, и сейчас мы... Куда мы уточнили? Мы едем в Буковель. Едем не как нормальные люди кататься на лыжах, а в спа-салон, а уже первого, возможно, я буду кататься на лыжах. Сейчас мы идем. Всем привет, мы сейчас идем. 2020 провожаем, 2021 встречаем. На лыжах, и мы сейчас едем в Буковель, но перед этим надо заехать за прокатом и еще позавтракать. Итак, мы приехали завтракать на заправку, ибо у нас ресторан закрыт 1 января. Мы сейчас заехали брать на прокат лыжи. Так, ну что, мы уже в Буковеле.
Та-дам! Папа, ты готов? Как оно? Круто! Круто! Сложно! Всем привет! Сегодня у нас уже 2 января, и мы приехали опять в Буковель, и будем сейчас кататься на лыжах. Вчера катались уже на синей горке, вот этой. Вот. Покупаем скайпас, как называется? И мы сейчас покупаем скайпас, и будем кататься. Да, особенно на этот подъемник садится. Ребята, круто! Поскатываться с синей горкой. Мы лыжники начинающие, но мы молодцы, мы держимся. Да. Ну что, на этом мое видео заканчивается. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!